И всем привет, дорогие друзья, с вами Вардог, не Ван Гог, не Мармок, а Вардог. И мы с вами сегодня играем в Cooking Simulator, симулятор повара. Приготовим сегодня что-то пожрать, короче. Научимся, по крайней мере, готовить, потому что у меня это плохо выходит. Да, вот так как-то. Новую игру или режим песочницы? Давайте новую игру начнем. Не знаю, игра вроде как интересная, прикольная. Я что-то вначале пропустил мимо ушей, а потом... Давайте научимся чуть готовить. Короче, что это, типа как симулятор этого, автомеханика, да? Ра-та-та-та-та. Хорошо, мне нравится. Что у нас тут вообще есть? Давайте посмотрим. Планшет к стене прихерачили зачем-то. Господи, это чувак ходил здесь все стикеры и хреначил? Да, окей, вперед работать, давайте, я люблю работать. Запеченная форель. Охренеть, что такое? Ну окей, посмотрим так. Черный перец. Поместить на противень. Черный перец, сушеный тимьян, укроп. Где мне это все взять, алло? Магазин, это магазин. Ага, вот он, магазин. Мне нужен черный перец, да? Вот он, черный перец. Купить. Окей. Так, мне нужен перец. Перец. Ой, тихонечко. Выкинули как. Так, у нас есть черный перец, сушеный тимьян и сушеный укроп. Ёб твою Марусю. О! Молотый сушеный хрен. Нахрена мне это все надо? Мне нужен сушеный тимьян и укроп. Сушеный тимьян и укроп. Сушеный. О, сушеный укроп. Купить. Эй, куда ты выкинул? Бляха, муха, верните мне перец. Он. Ты нахрена его выкинул-то? Алло. Верните мне мой перец. Он бабок стоит. Ну ёпт. Иди сюда, перчик. Перчик. Верните мне мой перчик. Вон он. Я его достал. Я достал свой перчик. Шо, как его там бросить? Ну, блин, зацепально бросить, повернуть. Да ёб твою Марусю, ну давай. Как мне его положить-то, алё? О, ни хрена сам поставился. Круто. Угу. Почти понял. Так, и мне там что там есть? У меня есть черный перец, сушеный укроп, да? Черный перец, сушеный укроп, еще тимьян мне нужен. Ёлки-палки. Тимьян. Вот он, вижу его. Купить. Купи ты его. Хрена, у нас там еще денег, еще на девчонок хватит, там погулять, погудеть. Вот так, сюда. Так, поместите на противень. Где противень? Где мой противень, алло? Ух ты. О, противень нашелся, охренеть. Мы нашли противень. Противень есть, так, поместите на противень, да? Хоп, шлеп. Давай. Хоп, шлеп, хоп, шлеп. Хоп, шлеп. Хоп, шлеп, хоп, шлеп, хоп, шлеп. Все, да? Убирай. Так, теперь эту шляпу давай. Хоп, шлеп, хоп, шлеп. Так я не понял, а мы что, так и не это самое, не это самое. Отмена. Положить. Так, а, 5 грамм. Вот и ёлки-палки. Чё, куда там, как там, помыть надо, да? Давай, все сольем. Куда? Ну. О. Нахрена мне тут вода? Господи. Все, хватит мне воды сюда. Все. Стребли, нахрена мне столько воды? Все пусто. Лужу тут нахреначили. Нормально, нормально. Так, ладно. Там надо, черт, всего по 5 грамм. Я понял, хорошо. Давай по 5 грамм. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Все, достаточно. Давай эту. Раз, два, три, четыре, пять.
Достаточно. Сейчас мы станем кулинарами. Давай, вот. Не сюда, ты что творишь, алё. Алёша. Ой. И что мне делать с этим лишним граммом? Ладно, я думаю, блюдо не испортится. Так, поместить на противень. Поставить духовку на 90... Что поставить? Перец? Охренеть, блядь. А ты что за повар такой интересный? Духовку на 90 секунд. А где духовка? Это духовка? Ты духовка? Ты духовка, походу. Сейчас мы тут пожарим тебе этот, запечем специи. Так, а мы пока подготовим другое блюдо. Ну, что-то там, или что там. Приправа, сушеный хрен. 5 грамм. Куда? Ага, возьмите еще форель 200 грамм. А где мне взять форель на 200 грамм? Так, это было 50, да? Ой-ой-ой, что такое? О-о-о. Все, мы просрались. Так, мне нужна форель, да? Где тут форель? О, форель, вижу. 200 грамм, да? 200 грамм взяли. Закройся, закройся. Вот так вот. А, блин, так это было... А, все понял, окейшки, окейшки. Вот, тихонечко. Я думаю, что за херня? Я там это самое не прочел. Но я думаю, специи хорошо приготовились, да? Ага, вообще отлично приготовились. Вот сюда надо. Вот так вот. Да? Я думаю, пойдет. Я не могу понять, сколько тут по времени. И чё? Ничего не происходит. Лимон. А где, где лимон у меня там? Лимон, лимон, лимон. Так, чуть-чуть. Свежая петрушка еще. А, порежьте лимон. Да, точно забыл. Надо лимон же порезать. Ты иди сюда. Так, его сюда. Берем нож. Нож. Давай, подойдем поближе. Вот так вот. Давай. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. Режься. Давай. Что ты сделал? А ну давай его. Шпруник. 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 Я не понял, подними ее, алло. Не, не нож. Входное положение. Не-не-не-не. Отрезать, отменить. Шпруник, шпруник. Куда ты уезжаешь? Вернись на доску. У меня нож не дотягивается. Эть. Эть. Эй, да мы молодцы какие. Ты чё такой, сука, непослушный? Эй, ты лимон, а ну подожди. Эть. 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 Всё, мы его затыкали, короче. Опа. Опа. Мы, короче, все затыкали тут, мы молодцы. Кого дальше тыкнуть? Да не сюда. Вот туда тыкни. О. Так, хорошо. Ой, мы уже, по-моему, опаздываем чуть-чуть. Ой. Что там? Готово все? Вот, вот эта форелька получилась. Я бы ее сейчас сам сожрал. Ой, тихонечко, ты что творишь? Почти. Вот так. Форель, что такое? Да все нормально, мне все нравится. Гость не получил свое вовремя и решил уйти не с... Хорошо, я тебя понял, козел ты вонючий. А ну? А ну, как тут это тут? Давай. У-у-у. А ну давай. У-у-у. У-у-у. Мы повара, мы умеем делать так. Ой. Вернись обратно. Вот так вот. Видали? Видали? Ой, куда? Иди сюда. Да не сюда. Вот сюда. Да елки-палки, хватит ее накрывать, ей не холодно. Вот так, отлично. Так, форелька у нас, значит, почти готова, да? Где там? Я же не успел прочитать, что мне еще надо, алло. Так, ладно, форельку, значит, я заберу домой. Потом доем. Вот тут полежит. Так, значит, что мне тут надо? Соль. Идем со мной. Сейчас поговорим. А нахрена я ремонт лезу? Ладно, пригодится, чувак, потом сделаем. Подсолнечное масло, иди сюда, говорю. Вот так вот. Лейся. А, подожди, я не понял. Чё, как тут это самое? А, я понял. То есть, короче, надо разболтать бутылку. Не? Не? Не, по-моему, да? Нет. О, тихо, подожди, о, все.
все, нормально. Сколько там надо было масла? Подожди, ты что творишь? Подожди, о, все. Я ее контролирую, все нормально. Все нормально, я бог бутылки. Так, сколько там надо было? 10 миллилитров. А мы сколько налили? По-моему, там что-то... Ух ты, повезло. А у нас тут... Ну, почти. Чё тут, литром больше, литром меньше. Надо сделать... Ать. Во, все, красота. Вот так вот. Иди сюда. Так, попытка номер... Да подожди ты. Попытка номер... Два. Это что такое? Ну давай, бульк. Я понял. Пускай тут полежит. Теперь попытка номер два. Стоп. Сколько? 90, да? А нам надо... Ах ты ж... Подождите мы! У меня тут это самое. Вот так вот. Вот, тихонечко. А что происходит? Вот так сюда. О, филе лосося. А что желто такое? Я понял. 14 миллилитров масла. Так а нахрена мне тогда еще масло? Почти готово. Давай. Оп, шлеп. Тихо, ты там не убегай. Ага. Я слежу за тобой. Подожди, ты там не кипишуй. У меня тут все почти готово. Не разрывайся ты, что ж ты творишь. Тыкыш. Вот так вот, все, отлично. Опля. Все. Идем нести блюдо. Забирай, человек. Подожди. Что-то не хватает. Ага, круглая тарелка. Точно. Да нет, сковор, что ты творишь? Что ж ты делаешь-то, а? Давай. Оп. Красота вообще. Кыш. Что там еще надо ему-то, а? Ни хрена себе. Ага. Картофель нужен. Одна штучка. Вот так вот. Все, мне нравится. Блять. Ладно, пойдет. Забирай. Отлично. Забирай. Все. Я же охренительно приготовился. Оплата от гостя 36. Отлично, нам еще заплатили. Доделайте начатое и готовьтесь к завтрашнему дню. А что доделывать там? Мне все нравится, все хорошо. Все. Я домой. Выключаю шарманку. Это самое главное. Идем домой.